Всем огромнейший привет, с вами как всегда, и мы продолжаем прохождение Assassin's Creed Истоки и Делик. Ну, конечно же, Делик. Первым делом мы делаем Делики. Ну, просто потому, что недалеко, прям очень недалеко от нас заспанился, и тут даже не надо делать никакое быстрое перемещение к ним. И чего-либо такого. Кстати, вот эти сейчас небольшие спайки вообще не от меня зависят, как я понимаю, потому что нагрузки нет. Это именно подгрузка мира. Идет большая, видимо. Хотя я ждал, чтобы это не было, но... Как только поскакал, началось опять. Ничего страшного. Прошу прощения. Нубасяна все по-нубасянски, вы же знаете. Ну что, куда сейчас нас пошлют? Мне скверное вышло дело, Байк. На меня напали и украли товар. Но я знаю, где искать вора. Ты поможешь? Пусть этот Нек заплатит по заслугам. А товар оставишь себе. Я сразу вспоминаю Нека из Готики. Сразу вспоминаю Нека из Готики. 1000 метров далековато бежать. А быстрое перемещение сюда никуда не сделает, да? Только если сюда, да блин, может добежать тупо, блин, быстро эти перемещения, они. Оба. А, это карта мира. Понял. Просто карта мира. Ну и DLC-шки. Две. Два DLC. Быстрые перемещения хороши, когда прям точно на точку, когда там буквально несколько метров вперед, от них нет смысла из-за того, что долгие загрузки достаточно. Поэтому просто побежим. Не будем обращать внимания ни на какую живность, ни на каких бегемотов. Никаких бегемотов и ни на какие побочные квесты, разве что. Ну вот если что-нибудь будут нести по дороге, знаете, там бронза, металлы, вот это да, вот это мы грабанем. Если по пути будет, а так не, так не. Наш более обгрыженный блохастый, ой, лохматый, простите, чё его блохастым вечно называю? Сначала показался мне более быстрым, но, может быть, ну, как-то не всегда он проявляет должное рвение. А ведь мы можем его, блин, и заменить, если что. Получим нового лохматого. Или вообще, блин, скакуна какого-нибудь топового за квест, и всё. И давай до или в конюшне купим, блин. Слышишь? Да что давай скачи, блин. Я понимаю, что это не пустыня совсем. Ну ладно, не барханы, это такой оазис. Но это, блин, не говорит тебе о том, что можно филонить и, блин, не скакать в полный опор свой верблюжий. Подождите. Я вас понял. Тихо. Где проходил? Не, ну возьми, крокодилы напали сами, я вообще ни при чем. Я не при делах. Мой лохматый тихо, мирно меня вез. Так что это не мой косяк. Ну так близко прям. Угу. Я вас понял. Скажу, что они напали, потому что я реально был слишком близко к врагам. Меня уже почти спалили. Они собак и бегемота завалили. Тут еще кто-то. Конечно. Вот ты его не увидишь. А, мне сразу прям дают медный меч. Не, ерунда. Постоянный покупатель нам дали.
Что ты творишь? Да пошел ты нахрен. Есть топор. Есть топор просто. А, мы уже тут были, блин, мы тоже были, видите, как... Пещера-то у нас зачищена. Давайте быстрое перемещение сделаем. Сейчас мы к вашему, наверное, неудовольству пойдем делать задание насчет там каких-то опасных скачек. Ну, хочется его все-таки наконец-таки доделать. А то в прошлой серии вместо него мы побежали бегемота убить. Вот. Ну, зато получили крутую ачивку. Бегство от бегемотов. Кстати, да, с этими филакитами можно и побиться уже, я думаю, будет 20-й. У нас вроде есть. Так что мы готовы практически. Так, сюда, да? Да, наверное, сюда. Сюда, а потом только вот сюда. Да, это глупо, я понимаю. Зачем делать задание, которое дальше? Ну, это моя привычка. Делать все по порядку. Ведь если исследовать мир, так его исследовать полностью. Ну, или делать тут сюжетку. Хотя этот квест, ну, в принципе, около сюжетный, то есть он не вопросик, он именно как побочный сайд-квест. Вроде как. Ачивка. Шмяк. А, ну, кстати, я ее могу не озвучивать, вы видите на экране. Байер, не ожидал тебя увидеть. Отличный дом. Да, нам повезло. Отец разводит лошадей, что часто побеждают в гонках. Я говорил ему о тебе. Что рассказал? Немного. Что ты возница. Хорошо знаешь Клорида. Слишком. Я тупо. Хорошо. Возница. Идем. Он будет рад. Победитель 10 турниров. Красивая, правда? Ясный да взгляд, твердый шаг. Хочет победы, да? А ты разбираешься в лошадях. Некий, кто твой друг? Отец, это Байек. Он знакомый Клорида. Мой отец, Филократ Канопский, сын Фемистокла Канопского. Ты вырос с Клоридом? Покажи себя, Барик. Некий, будь рядом. Может, чему научишься? Байек. А, ладно. В Сиве были хорошие учителя? Нет. Некуда лезть. Откуда эти типы вообще взялись? Откуда они взялись? Нет, там мало людей. Но колесницы были. Остались со времен Старого Царства. Настоящая свобода. Ну так садись на лошадь-то, блин. Надо пообщаться с ним, ё-моё. Или как? Задание, походу, глюкануло. Поедете на колеснице вместе с Никием. А. Колесница-то вот она, да? Давно ты состязался с Кларидом? Давно. Он успел сменить имя. Осторожно! Тяни у дела! Да я все знаю. Берегись, статуя! Икар был прирожденным победителем. Клорид предстоит повторить его успех. Мой отец обожал Икара. Он любил его... Любил смотреть, как он ездит.
Мы покажем отцу, на что мы похожи. Если не угробим колесницу. Да у тебя талант! Ну все, я завалил задание. Походу. Хорошо, что не на время, потому что если было бы на время, точно задание завалил бы. Зеленых, мы обязательно победим. Да у тебя талант. Конечно. У тебя легкая рука. Очевидно. Быстрее, Баек, быстрее. Ну и разогнался. Ну, на самом деле, такси. Это не так. Глупцы! Вы дали украсть Саганаки! Простите, господин. Саганаки украли. Некий! Канакрады! Здесь! Страх потеряли! Это моя лучшая лошадь! Вы должны вернуть ее! Мы тебя не подведем, отец! Скорее! Не дайте этим наглым разбойникам уйти! Мы должны защитить честь зеленых! Ну, за зеленых тогда вперед, конечно, за зеленых. Разыщите их! Отец любит эту лошадь больше, чем всех остальных лошадей. Чем тебя, я понял. За Белократа! За Саганаки! Откуда он знает, где убежище этих разбойников находится? Ну ладно. Видимо, это те, кто уже пытался как бы купить лошадь, а его не продали. И он знает их. Ну или одни из рабочих наемных узнали их, кто украл лошадь. Должно быть, мы близко. За Икара. За команду зеленых. За зеленые. Куда-то мы вообще в такие степи уехали, мне кажется. Не бойся, ведь с нами Меджай. Все хорошо. Кто а может такие? Меджай за них? Уверенных наняли синие. Кто же еще? Конечно, точно. Эти синие, они такие. Про кого? Разбойники с юга. У них есть боевые бегемоты. А, да этих мы уже убили. Серьезно? Как говорят. Эй, что с тобой такое? Где мы вообще находимся? А, нет, в этой локации. В этой локации все нормально. Мы не вышли из этой локации, как ни странно. Не, ну шкура нужна. Тем более они мешают мне, понимаете, пройти как бы. Очевидно, что мешают к разбойникам попасть. Если бы не мешали, мы бы их не трогали. Нахрен время уйти, вообще где мы? Кто-то нападает? На меня кто нападает? Представляете? За мной же не охотится мелочь это. Почему он на меня нападает сразу? Это твои крокодилы что ли были, блин? Ну извини, я не знал, что это твои крокодилы, правда. Я правда не знал, что это твои крокодилы.
Если бы я знал, что это ваши личные крокодилы и ваше личное крокодиловодство, я бы вообще с вами не полез. Кто эти люди? Что они делают, блин? А эти лошадь дальше тебя не довезет. Утонешь? Дурачина. Нужно разбойников, как бы это, лошадь у них забирать. Так начал бить крокодилов, какие типы вылезли, ни с того ни с сего, вообще непонятные. Вообще непонятно, с чего они вообще вылезли. Ты кто, блин, такой? Чё за дурак? 7 стрел получил, отлично. Оба, на какой лук ты стрелы получил? На топовый, на топчик лук. Сюда меня не пустят. Ты не пустят, изи. Тебе здесь не рады. А кому не рады? Где вернее? Правильно, вали отсюда. Сдохни, блин. Мне еще с этими типами ездить, блин, на лошадке. Пополнить лук — это хорошо. Пополнить стрелами лучок. Надо все грабить, потому что... Да, потому что может быть бронза и железо, да. Я только хотел об этом сказать, и нам дали бронзу. Причем даже два куска. Великолепно. Ну все, как бы. Лошадь у наша. На лошадь смотрите, насколько быстрее, да? Насколько быстрее получается лошадь скачет, чем верблюд все-таки. Не, я от крокодилов убегу. Мне как бы сейчас нельзя. Не, вот на такой лошади, слышь, я на такой лошади любые скачки выиграю. Это не те, блин, какие-то склячи, которые нам давали, на которых мы еле-еле выигрывали. Посмотрите, как он нам чит. Все блохастый, то есть, фу, лохматый. Меняем тебя на лошадь, на эту. А продмюч управляем, а ну ничего, мы и научим. Это скорость, мощь, напор, прыжки, красава. Да и себе оставлять, да и все. Кидать их из зеленых этих и себе оставлять лошадь, мне кажется. Хотя, может, мне дадут на ней выступать, тогда будет вообще отлично. Лошадь вернута? Вернута. Вернули мы лошадь, короче, конечно. Не могу поверить. Я думал, больше не увижу ни Саганаки, ни любимого сына. Я разобрался с ворами. Подозреваю, лошадь украли по поручению синих. Проклятье! Мне нужна победа на гонках, чтобы унизить и пристыдить синих. Готов вам помочь. Надеюсь, за небольшой уклад. Я постараюсь. Опасная гонка, верховое животное, лошадь. До свидания, до свидания, до свидания. Где моя лошадь? Черная стрела. Иди сюда.
Так, лучше мы ничего не можем? Ну, ничего страшного. Два способности потом. Задание. Джай из Египта, наверное, надо его обслеживать, да? Хотя, возможно, подождите, за зеленых. За зеленых. Ну и, а что, самой гонки не будет, что ли, за зеленых? Беспредел болельщиков, например, не? Ну ладно. Ну да, лошадь быстрее, по крайней мере, не в песках, так точно. Верблюд выносливый, это когда нужно совершать какие-то длительные переходы в пустыне именно. Тогда, конечно, верблюд. Лучше лошади, потому что он выносливый, пьет меньше, ест меньше. Надо действовать аккуратно. А, это чей-то этот особняк, что ли? Я даже это не понял, прикиньте. Я понял, что это просто там кто-то стоит, мирный житель какой-то. Потрясающе. Да ты, я, конечно, ступил, так ступил. Вообще дико ступил. Но где... Ага, тут где-то. Ну, я про сокровища имеется в виду, где? Сдохни! Не надо так. Бежишь! Поймаю! Поймаешь. Уже поймал. Почти. Немного не повезло, а так уже поймал. Да, это чей-то дом. Кого-то вельможи. Наверное. Ну, получается все. Тут даже не надо убивать никого было. По большому счету. Так. Конопус. Быстрое перемещение доступно. Давайте к кузнецу сходим, может быть. Хочу сходить к кузнецу для того, чтобы продать, улучшить и скупить ресурсы какие-нибудь. Ну, бронзу прежде всего. Ну, все буду покупать, наверное. Потому что пока что мне сейчас все ресурсы подойдут. Так, здравствуй, кузнец. Добро пожаловать. Продаем все бесполезные предметы. Ну, так себе, кстати, продали. Пригодится. Бронзовые мечи, наверное, я оставлю. Хорошо. Просто разобрать на бронзу смогу их. Улучшить бронзовый меч. Не зачем бронзовый меч улучшать. Зуб гадюки надо улучшать. Но на это нету тупо денег. На это тупо нету денег. Но у тебя, блин, не будет денег, если ты будешь постоянно покупать ресы, да? Спасибо. По большому счету-то да, но... Я все равно буду покупать. Да хранят тебя. Одной бронзовой это не хватило, блин, чтобы улучшить. Ну ладно. Да, про встречу с Аполлодором только ночью я помню. Что это? Пойдемте за ассасина помстим немного. Достаточно примитивная, неинтересная миссия, но когда рядом, почему бы и нет? Получим все-таки какую-то награду. Правда ведь?
Стража держит ухо востро. Какая-то стража там. Иди сюда. Все, комплит. А там несколько анимаций, да, получил? То есть две как минимум анимации для топора есть. Прикольно. Ну и все, нас тут не было, в принципе, нету, и все хорошо. Давайте рискнем. Купим сундук. А, у нас нет денег, да? Прочь! Живо! Ты что делаешь? Уйди с дороги! Сейчас будут. Эпик. Лук. Точно бьет издалека. Холод смерти. Отлично. Отлично. Рун открытого отравления. Класс. То, что нужно. Мне повезло очень. Очень с луком повезло. Так, что там хотел разобрать? Я хотел разобрать бронзовый меч на бронзу, да? Угу, чтобы лучше как раз. Только знаете, что, наверное, я лучше... Блин, перчатка. Да, перчатку. И лук. Этот лук. Понятное дело, да? Невзаимозаменяемый, поэтому... Так. Поэтому так. Ну, то, что я прям очень сильно хотел получить, то, в принципе, я и получил. Это круто. Так, беспредел болельщиков, пошли. Пошли, сделаем задание еще одно. Ну, тут за зеленых-то проехать цель не дадут, меня, блин, интересует больше всего сейчас. Оба-на, да ладно. Моя жизнь. Небит, что за горе гложет тебя? Мы пришли, чтобы почтить память Икара. Хотели принести... Чё-то все порушено, причем хламин. Жизнь была полна побед. Ну все плохо. Тише, я тебя слушаю. Ну порушили у вас все, подумаешь. Они смеялись над нашим горем, и мой сын Галей плюнул в них. Они его убили. Ну нехрен было плевать, логично. Потом они забрали бюст Икара и сбежали. Мой младший сын Икарий побежал в сторону берега. Он хотел догнать этих синих негодяев. Я боюсь, что его убьют, как и его брата. Конечно. Мы хотели почтить героя. И из-за этого я потеряла сына. Прошу, Меджай, найди и спаси Икария. Не дай его жизни оборваться. Иди домой. Отдохни. Я найду сына и приведу к тебе. Блин, все-таки однообразные квесты вот такие. Ты что делаешь? Просто какую-то зачищаешь башню, что-то... Убиваешь разбойников. Ну, не знаю, мне интересно. Некоторые квесты, конечно, были. Но вот... Хотя, ну там с бегемотами. Да, я залез рановато. Просто похоже, да, там бегемоты, банда. Тут банда этих синих. Ну ладно, посмотрим. В конце концов, до этого были очень прикольные квесты. Тоже с... Блин, бронза. Покиньте бронзу. Бронза.
Погодите, я обязательно спасу, но попозже. Позже. Немного позже. Прочь с дороги! Да, прочь с дороги. Держите их. Я дам сигнал. Я на лошади, а не на верблюде, от меня не сбежать, ё-моё, 15 бронзы, ну. Ну, круто, что они до конца, как бы, своим наемником, блин, наемником, у хозяевам охраняют его. Но бронза все-таки моя будет, извините. Не вовремя мы сюда вылезли со своей бронзой, не вовремя. Так, а теперь мы крайне аккуратно. Крайне аккуратно. Место хорошо охраняется. Стоять! Сейчас ты умрешь. Да ладно. От огня так много урона получили, не пойму ли от чего. Из-за огня так много урона получили. Крайне неприятно получилось. Прям дико. Кстати, вот тут бы неплохо работала бы огненная бомбочка, да? Ну, грубо говоря. Лучше не привлекать внимание. Мы не привлекаем внимание, все хорошо. Что? Не, ну глупые синие вообще, глупцы просто. Напасть на Миджая, ну вы что, в своем уме? Чем вы думаете? Тише, я отведу тебя к матери. Да, только чуть попозже. Бронза. Ну ладно, дерево тоже нормально. Пора домой. Стой, Миджай. Эти подлые твари украли бюст Икара, который моя мать хотела поместить на могилу. Они бросили бюст в реку, чтобы осквернить его и навлечь проклятие на зеленых. Найди его. Давай я сначала отведу тебя. Нет. Нужно найти бюст, пока он не пропал. Иначе моя мать никогда не оправится от горя. Я буду в порядке, но сам я бюст не достану. Прошу. Найди бюст Икара. Отнесем его матери. Как скажешь. Ну, бюст так, бюст еще. Сен уже найдет, да? Что бы мы без сена делали? Не, на самом деле. Сену это просто чит абсолютный. После смерти ты бередишь их сердца. Вернем тебя на место. Кто бередит чьи сердца? Ничего не... А, понял. Икар, видимо, этот гонщик знаменит. А у меня еще один делик, ребят.
У меня еще один делик. Вот так вот я взял, не подгадал. Два делика за один, да, за одну серию, то есть. Вот так вот. Я хитрый. А, Байк, я слышал, что один из местных пропал. Моя щедрость известна, я не поскуплюсь, если ты найдешь его. Ради деревни, а совсем не потому, что он мне помогает. Пропавший рабочий. Обязательно сейчас сделаем этот квест. Только сначала бюст отнесем на место. Да, вижу там 1000 метров, но вначале бюст. Бюст. Бюст недалеко, по крайней мере, да? Ой. Ну где бюст? Блин. Насчет бюста я то, что он недалеко, как ты это, да? А, вот там дальше. Миджай. Да, кто еще? Кто еще, кроме Байка, мог это сделать? Тысячи благодарностей будет мало. Это бюст Икара. Теперь у зеленых снова есть шанс на победу. Миджай, воистину нам тебя послали боги. Мы принесем дары Икару и зеленым, чтобы почтить твое тоже. Имя. В этом нет нужды. Лучше помолитесь о моем сыне. Я бы так хотел показать ему гонки на ипподроме. Конечно. Идем скорей. Нам нужно подготовить похороны брата. Да, ты прав. Думаю, он был бы рад, что бюст Икара удалось вернуть. Ну, неплохо. 1000 опыта нам дали за ним. Пропавший рабочий. Куда нас посылают на этот раз? Ё-мо, куда? А, вот куда. У меня нет быстрого перемещения сюда, да? Как-то... А, нет, вот он. В Сайс могу быстро переместиться, а там аккуратненько, аккуратненько через небольшой проливчик проплыть. Ну как я хитрый, а? Два делика за одну серию. Ну кто так может, кроме меня? Любителя деликов. Давай, моя ласточка. Вперед. Простите, извините, не специально, честно. Не-не-не-не-не, вы не правы. Вы не правы, это было не специально. Абсолютно. Вы сами полезли под ноги моей лошадки. Никакой не Симбал. Вранье. Вранье, провокации и прочее. Ну реально, смотрите, вот я понимаю, скачет. Вот это я понимаю, скачет. Помните, там было, что вот где-то тут. Ну ладно, мы в Канопа с этим потом поищем свитки. Это мы свитки не забываем, и потом поищем. Поэтому и хочется еще все локации вначале исходить вначале все локи, потому что. Вообще обнаглевший крокодил. Крокодил просто одна. Погоди. Да, ты должен мне помочь. Да. Мне нужна твоя лодка. Мне нужна твоя лодка, твое весло, а ты иди посиди там где-нибудь. Да, на время возьмешь. Ну, крокодил вообще обновлял, взял, напал так. Не подумал, что у меня как бы, ну. Ой, извините, я тут ускорение как в гонках включил. В гонках немножко другая клавиша отвечает за гонки. Цель области животное? Где оно? Ой, вот это мне нужно. Мне кажется, что вот это мне нужно прям вообще нужно. Блин. Надеюсь, только мне вернутся стрелы, потому что
потому что это очень важно. Бронза, бронза, бронза. Бронза, это хорошо. А вот и живность, да? Вот он король крокодила, видимо. Нифига себе. Вы видели вообще это? Вы это вообще видели? Урон от кровотечения яда вы видели? Просто офигенный лук. Куда пошел? Цель найдена. Еще и цель найдена. Тут вообще великолепно. Блин, а где тут цель-то? Вообще не могу обобрать. А, потому что собака живого. Крокодилы — это хорошо. Это всегда хорошо. Ой, сколько там шкур. Ну, шкуру надо забирать. Не, ну, мне кажется, что шкуру надо забрать все-таки. Блин, откуда у вас столько крокодилов-то вообще развелось? Тихо-тихо, я против крокодилов. Какая нахрен тревога, все хорошо. Все путем. Мне кажется. Оба, топор. Офигеть. Фиолетовый причем. Топор. Пусть твоя душа обретет покой. Его нести, нужно, что ли, надо? Реди. А, я уж испугался. Я думал, унести надо будет. Реди. Так-то нормально. Ген только называли. Ген надо уничтожить. Шкуры, потому что с них легкие падают, они нам пригодятся. Ну вообще оба, а тут еще, кстати, место, видите, какое? Гиена там главная, типа, в этом пещере. Это не те гиены, которые на меня нападали уже, а? И пытались меня уничтожать. Ну-ка, если я сделаю так. Попробую быстрым мечом это сделать. Я попал. Я попал прям 100% попал. 1000% попал. Что это было вообще? Какая нахрен чушь? Не, ну стрелой я попал с точного лука, правильно? И стрелу еще потерял из-за того, что типа не попал.
Ну я ж попал. Ну правда попал. Ну кочевник. Кинжальчик это все-таки лучше, как-нибудь будет, когда деньги заработаем. Что там с луком кочевника? Давайте посмотрим. Лук кочевника. Блин, лук газели. Лук че? То же самое, что ли? Только один лучше. Блин. Просто тот же лук нашли, просто немножко более высокоуровневый. Потрясающе. Просто потрясающе. Там еще золото везут. Прикройте меня! Выполним приказ! Классно, еще 200 золотых монет, май. Потрясающе. Они, дураки, зачем-то напали на этого, на крокодила бедного. Сдался он им, блин. Крокодил. По большому-то счету, да? Особенно, когда ты золото везешь. Нахрена тебе крокодил? Ладно, пора задание сдавать. Что-то я тут это... Зафармился кожей. Зафармился явно. По пути только к заданию. Ага, ну вот по пути к заданию уже оно есть. Может по пути к заданию, то мы пофармим. На пути. Офигите на... А, он уже помер, понял. Я у крокодила уже долбанул. Кожу эту, блин. Вообще бегемот, что ли? Бегемот, это за то, что вам мне пришлось от вас убегать, блин, в прошлой серии. Получайте, сволочи. Получайте, гады. Ну ладно, там немножко вот еще кожи, но совсем чуть-чуть. Я пофармлю совсем чуть-чуть. Нам же нужна кожа, да? Вроде как. Хотите колотить? А чего вас так много? Надеюсь, вы не злобные бегемоты. Вы не будете мстить мне за то, что я вас убиваю. Убегаешь, сволота? Это вам за прошлую серию, сволочи. Тоже мне, блин, бегемоты. Куда пошел? Моя шкура. Так это вообще померший, походу, да, лев? Бегемот ими немножко не справился.
А это бегемот, смотрите, активный. С активной позиции. Просто так умирать не захотел. Ну ладно. Где мой коник-то? Вот мой коник. Далеко не убегай от меня. Ты мне еще нужен будешь. Во, да-да-да-да-да. Вот. Вот оно. Опять открыта новая территория какая-то. Это деревня бегемотов. Это там кровотечение, все дела, да? Отдал бегемот. Они реально львов, короче, завалили. Смотрите. Какие наглые бегемоты. Так, ну там это уже далеко, а вот по дороге, вот он, прям, вот по дороге прям, бедная шкура. Легкая, то есть. Бедная шкура. Так, а сколько у нас там шкур-то уже, блин? Мне кажется, что я там столько понасобирал, что... А, нет, таких тигровых не хватает, да? Львино-тигровых шкур нам не хватает, понял. Окей. Не, ну да, лошадь быстрее, когда чисто не пустыня, а вот так лошадь, конечно же, быстрее, и надо ехать на лошади. То, что мы на лохматом ездили, это ошибка. Еще один торговец не заплатил сефету. Нафур сказала, что они собираются ехать в Летополис. Куда мы стоять, сказал? Ну, гадай мне что-нибудь эпическое. Реда, оно твое. Тебе оно явно нужнее, ведь ты жив, а он... Ну, горыч, скоростный, с комбо множить высокая скорость стрельбы. Блин. Думаю, что нужно брать. Вот так вот, да? Брать и ставить. Да, логично. Их дела плохи, а там есть шанс все изменить. Предстоит много работы. Отстроить целый город заново. Да, но это надежда на новую жизнь. Так они говорят. Ну, подождем, пока на фуру стрелят. Так, а теперь нам нужно назад перемещаться опять. Canopus Home. Ну, сюда, в Канопус, как раз и перемещаемся, получается. Давай, вернее, вот эту заглянем. По дороге. И будем, наверное, заканчивать на этом серию. Увлекаюсь я иногда фармом, ну, уж сами понимаете, нужны эти шкуры. Если бы они были не нужны бы, ну... А они ведь нужны, поэтому... Все сложно. Ну, звонку мы сегодня получили, это отлично. То, что как раз не хватало, мы сегодня взяли. Да, не за делики, один лук самый хороший. Особенно, когда прокает отравление с кровотечением, вообще супер лук. Когда все это прокает. Стой! Нужно быть осторожным. Ой, какая красота. Я уж забыл, что такое быстрый лук, блин.
Какая красота, быстрый лук. А, нет, не будет сейчас в конце серии, потому что надо кое-что сделать. Сейчас как раз, я думаю, это нужно сделать будет. Уже ночью будет встретиться с тем типом по квесту, по сюжетке. Круто. Погоди. Получай. А, это не дает, смотрите, топором себе бить. Но против лома, как говорится, нет приема. Да ладно, не уйду. В этом уверен, блин. А что надо сделать-то вообще-то? А что тут надо вообще сделать? Сокровища забрать? Людей убить? Не, вряд ли. Не, реально, что-то надо сделать. А, собрать сокровища? Окей. Не по-ассасински малость получилось, хотя погодите, я надо по-ассасински завершить. Вот так. Аккуратненько. И вот так. Крайне аккуратненько. Деревяхи, это хорошо. Так, а теперь задание и Миджай из Египта. Мне нужен как раз тут недалеко. Мне нужно как раз это задание выполнить. Только ночью. Сейчас не ночь разве? Сейчас вроде ночь. Какая там... Какую часть? Ну да, вроде уже вечер как минимум. Всегда, да, вот когда мне нужно куда-то плыть, я плыву, подлетает вот такая лодка по скрипту. Это чтобы, ну, чтобы не ждать долго. Ну, с одной стороны, даже прикольно, наверное. Да, это уже ночи. Я вовремя пришел, как раз. Чтобы не ждать. Аполлодор. Эй, ты! Скажи, ты убийца или друг? Друг. Байк из Сивы. А, тогда помоги. Ты Миджай Ай, да? Кто-то еще выжил? Только Дамаст. Его взяли в плен. А свиток? Как же свиток? Он у Дамаста. Дамаст должен был его уничтожить. Клеопатра у тебя в долгу. Сможешь сам дойти до лекаря? Я убил Евдора. А? Я рад. Он змей, да? Если честно, Байек, ты многого не понимаешь. Если честно, лучше ответь. Сперва ты должен проявить себя. Спаси Дамаста и найди его свиток. И тогда я пойму, можно ли верить словам Майи. Хм. Немного ли ты на себя берешь, блин? Наглый тип. Где искать Дамаста? Он на пристани в бухте Канопуса. Нельзя допустить, чтобы кто-то прочел этот свиток. Сейчас надо синхронизироваться. Давно мы это не делали. Ну, не было как бы повода. Не было мест, где мы могли это сделать. По дороге не было мест. В большом еще туда не было. $200 опыта дают.
Восприятие стены еще увеличили. Круто. Что круто, то круто. Так, тут ничего больше нету. Нет, только быстрое перемещение потом будет сюда доступно. Ну ладно. Бронза. Блин, ну ладно, далеко она уедет. Бронза, к сожалению, уплывет. Уплывет от меня. Ничего не сделаешь. Меня не должны здесь заметить. А насчет заметить это да. Ну, как бы ладно. Как бы я пытался. Вы меня не заметили, но... Получилось не очень хорошо. Классный лук. Классный. Топовый лучок. Топовый лучок. Про меня не забыли? Ну, как сказать, не забыли. Ну, может быть, можно так сказать. Спасибо. Это было просто невыносимо. Они все мертвы. Мрази, они это заслужили. Выведи меня отсюда, там поговорим. Ну, давай, давай, давай. Ну, беги тогда быстрее еще. Шевели копытами, блин. Насколько это место безопасное, только... Вот в чем вопрос. А, вот сюда. Не, ну здесь действительно безопасно, может быть. Полный. Я сам собирался их убить. Ну да, да, конечно, конечно. А свиток почему не уничтожил? Чтобы им купить свою свободу? Типа, вот я вам свиток принес, блин. Предатель. Меня прислала Паладор. Дай мне свиток. Что? У меня нет свитка. Ты был за него в ответе. Спрятал на корабле. Ведь он мог попасть не в те руки. Где корабль? На дне озера. Его потопили. Понял. Я его найду. Аполлодор ждет тебя у маяка. Передам ему, чтобы встречал тебя у корабля. Ну что ж, ладно. На этом мы заканчиваем очередную серию прохождения. А следующую начнем с Делика или с этого задания. Всем спасибо и пока-пока.